Убийцы матери пятерых детей ухмылялись, слушая приговор. Звери. Садисты получили максимальные сроки, но от судей пострадавшие требуют еще. У красноярских следователей забрали дело об убийстве биатлониста. Ну, сделали, не бей его себе. Почему пришлось вмешаться главе СК? Еще не гололед, но день жестянщика отметить можно. Как изменили ситуацию на дорогах осенний дождь и листопад? Автосалон, который берет клиентов измором, а их автомобили даром. Очень хорошо развивается, мы откроемся.